поехали. Говорят, такие голые. Очко у тебя рваное. Ничего тебе, блядь. Ну, блядь, на патрон-то деньги скидки. Надо уединиться, выйти на обстановку, раз и говорить. Уединиться надо. Все поняли. Итак, собрались в Питер. Первый поехавший Георгий Медбаев. Второй поехавший Александр Хабинский. Третий Артем Коготков. Травмирован. Артем Иноземцев поехавший. Александр. Закрой свой рот. Пальма тоже поехал. Евгений Апентьев. Оператор это Дмитрий Анисимов. Здравствуйте. Шарк скажет слова. Вступите. Ну как бы Питер принял Москву нормально. Сейчас они пыш-пыш! Я служил в сортире и считаю Rolling Stone. Денечка на кухне разливает томатон. Вера спит на чердаке, хотя орёт в магнитофон. Её давно пора будить, но это будет новитон. Должен за порой день, нужно спать, но спать лень. Хочется курить, но не осталось на бюро. Я боюсь спать, наверное, я трус. Денег не зато есть пригородный блюз. Какая-то матам звонит мне 3 раз. От неё меня дошли уже не первый час. Я говорю, ненавижу, не люблю, не хочу. Я говорю, меня пустят, я давно ушел, прощу. Разбиваю телефон и дух. Самогон хочется курить, но не осталось папирос. Я боюсь пить, наверное, я трус. Денег не зато есть пригородный блюз. Пальма! Сейчас они не будут делать пыщ-пыщ! Флаус Виктори! Нет проблем, быть такого не может. Проблемы очень любят над нами кружить. С этой темой вам разобраться поможет. Кто это быть может? Нет, может быть. Порошников тоже, блядь. Оранжевый. Змей. Зал магазин. Все? Все готовы? We'll be right back.
надо. Лучший. Мясо! Всем пизда! Спагетти!